Добрый день, дорогие рукодельницы! Сегодня я хочу провести анонс перед мастер-классом «Бутонные розы». Вот уже готовые букетики, вот уже видите, вот очень красивый цвет, розовые букетики. Я вам сегодня конкретно скажу, что именно вам нужно для мастер-класса, чтобы вы подготовили. А где-то либо сегодня вечером, либо завтра утром обязательно снимем мастер-класс. Мастер-класс, как и другие мастер-классы с простыми розами, будет, конечно, проводиться в нескольких частях, чтобы было все ясно. Кому будет неясно, пожалуйста, пишите, я отвечу. Так, сейчас я вот эти поставлю сюда в сторонку. Так, теперь, значит, что нам нужно? В первую очередь нам нужен будет фоамиран, один миллиметр. Мы будем вырезать лепесточки. Сразу скажу, что лепестки у нас будут двух размеров. Одни поменьше, другие побольше. Ну, например, где-то 6 сантиметров и 6,5 или 7. Размер вы можете каждый взять свой. Понимаете? Теперь обязательно понадобится для изготовления куколки фольга. То есть куколку этой розы мы будем делать из фольги. Я делала из всего, из алона, из ваты, все это не то, понимаете, фольга лучше всего. Значит, вот, нарежем лепестки, то есть фоамиран единица, дальше фольга, дальше клей, провод электрический, вот, у кого какой, он продается белый, черный, роль не играет. Дальше нам понадобится проволока. Проволоку мы будем приклеивать к листикам. Чтобы получить листик, я уже вам говорила, все уже знают, обязательно нужна проволока, которую мы будем обматывать тейп-лентой. Я, знаете, к чему пришла? Что даже коричневая лента тоже очень хорошо идет на стебли. Ну, ножницы, само собой. Вот такие мы будем резать полосочки. Я еще вам хочу сказать, что сами лепестки роз мы можем снять, это делать из 1 миллиметра, а листочки из 2. Нормально, практично смотрится. Вот я заготовила, у меня уже есть листочки. Так, теперь, ну и, конечно, нам нужен пистолет. Вот это самое главное. Вот и все. А остальное, что нам нужно, это ваше желание, любовь к этому творчеству. Чтобы действительно получились у нас прекрасные вот такие розы. Вот такие, это называется бутонная роза. Выполнять ее очень интересно и быстро. Я вам покажу свою методику. Вот сначала я розы делала, я их булила. Я вам это покажу на мастер-классе, как булить правильно. Ну, уже многие знают. Вот. А уже эти собирала без всякого, потому что... Во-первых, фоамиран очень хорошо поддается формовке. Я растягиваю чуть-чуть, и потом краешки вот этой горелочкой, палочкой-выручалочкой, я просто загибаю чуть-чуть. Вот так, вот такой анонс. Поэтому готовьтесь, мои хорошие, будем с вами работать.